Мне хочется узнать личный вопрос. Как вы обычно верите? Что? Как вы обычно верите? Вы затронули вопрос такой. Я очень люблю делиться своим духовным опытом. Очень люблю. Поэтому поношу всех на свете, кто делится, кто это делает. Я говорю, мы должны делиться опытом святых людей, мудрых людей, истинных христиан. И это нам очень поможет. Если начнем делиться опытом своей духовной жизни, все пропало. Сами погибнем и других заведем не туда. Поэтому, вы знаете, я уж никогда ничего не говорю. Стараюсь, по крайней мере, не говорить о себе. Хотя я знаю, что я очень хороший человек. Это и попробуй, кто усомнится только. Но все-таки, по смирению не рассказываю о себе. Вот так. Так что уж извините, пожалуйста. Да.